В решениях партии о дальнейшем развитии сельского хозяйства определяющая роль принадлежит механизации. Но современные могучие тракторы не могут помочь личным подсобным хозяйствам. А приусадебные участки – немалый резерв сельскохозяйственной продукции. Необходимость механизации личного труда давно назрела. И вот появились надежные помощники огородников и садоводов – мотоблоки Минского и Кутаисского тракторных заводов. Это двухколесные шасси с мотором мощностью до 6 лошадиных сил. Всесторонние испытания микротракторов Всесоюзный научно-исследовательский тракторный институт проводит на своей Одесской опытной станции. Испытания продолжаются. Фиксируется все – количество отработанных часов, отказы, причины неисправности. Тракторы-малыши снабжены орудиями практически для всех основных сельскохозяйственных работ. От подготовки почвы, удаления сорняков до защиты зреющего урожая от вредителей. Органы управления расположены на перекидной рулевой штанге. Младший брат прославленных тракторов семейства «Беларусь» за час вспахивает 4,5 сотки. Несколько минут, и плуг заменила барана. Также быстро меняются орудия для культивации, окучивания. Прицепной бак и опрыскиватель помогают избавить огород от вредителей. Опрыскивание особенно важно для садоводов. К мотоблокам можно подсоединить и косильный агрегат, чтобы избавиться от сорняков или заготовить корм для домашнего скота. Механизация ручного труда на приусадебных участках значительно повысит их продуктивность, а это немалый вклад в общенародный урожай.